Большая Балашиха Лайф. Новости. Что такое вандализм, известно всем. А вот к чему приводит его последствия, задумывается далеко не каждый. Любители легкой наживы на Савинском пруду ежегодно выламывают шандоры плотины. Вода понижается до такого уровня, что рыбу можно собирать голыми руками. А вот на ремонт гидротехнического сооружения после подобного вмешательства нерадивых рыбаков местному бюджету придется потратить порядка 460 тысяч рублей. Целью нашего сейчас ремонта сделать, все-таки подвести ее в надлежащее состояние и попробовать сделать так, чтобы, конечно, именно эффект вандализма сократить до минимального уровня. По итогам конкурса контракт на ремонт плотины заключили со специализированной организацией «Курс Плюс». Здесь будет работать 3-4 человека. Работа будет включать следующее: уборка посторонних предметов, разработка грунта, то есть перед непосредственно шандорами, демонтаж, оценка технического состояния сменных частей шандор, замена тех частей, которые уже в некачественном состоянии, либо поломаны. Уборка посторонних предметов и грунта из межшандорного пространства. Здесь два уровня, верхний и нижний бьев. Плюс сороудерживающее устройство и антивандальная защита. Ну а если любители рыбы не остановит и антивандальная защита, то Савинские пруды в скором времени превратятся в Савинские канавы. Регина Родионова, Виктор Демин, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.